О чем ты думаешь? Ладно. Я сначала думала об одном, а потом резко вспомнила про этот прикол про экологии. Калининград? Который так заботится об экологии, что у него красные животных были в кабинете. Блять. Эколог, да. Эколог-таксидермист. Типа... Пострелям, посмотрим. Хорошо, что не надо пострелять, хуя вас мать. Играть на ПС? Нет, у меня нет ПС. Я нищий. Я сюда. Я выпрыгиваю, да? Рен. Давай прыгай. Прыгай. Я прыгнул. Надо просто к дверям первым зайти внутрь и все завести. Мы уже, во-первых, не успеваем, потому что перед нами чуваки туда летят. А во-вторых, что это вообще за место, блядь? Велосипедный клуб? Велосипедный, я да. Не знаю, я не это бункер. Давай на рынок, если они на рынок не полетят. Они уже летят. Да нет, забей. Я вот сюда руку. А нихуя нет. Я думаю, что-нибудь да я иногда найду. Ой. Соседние тут деревенька есть, Лав, чуть дальше. Нормальные места выбираешь, Димас. Кстати, как ты хочешь, что они впервые нас летят? Я не знаю, мы прыгнули из-за штрафа. Одновременно, а они впереди, ебать. Это место нормальное, куда мы прыгаем. Вот обычно... поэтому, наверное, типа, есть мы могли с ними так же прыгнуть. Скорости разных персов. Мы так же все равно. Да нету скорости разных, просто мы плохо полетели. Просто как-то лучше прыгнули. Видимо, когда прыгали, вниз ровно смотрели. Стрела ровно вниз. Право стреляют люди. Не до нас, понимаешь, может не по, она по пингу не сразу выпускает тебя, а их выпускает, из-за этого у них рывок такой. Это тоже больше похоже на правду. Когда выпрыгиваешь сразу, когда мы... Пойдем навалим им пиздюлей, есть желание? Нет оружия. Армор первый из стены на него. Пошел, нашел. Кто ему миротворец еще? Второй армор кому надо. Точно не хотите пойти подраться? Если у меня будет оружие, я пойду. Я нашла пушечку. А я вообще без оружия. Миротворец, ну, да? А, миротворец, да. Ну, пойдем. Файлы, я еще и флотлайн нашел. Тут лутали. Тут чуваки есть, скорее всего. Вот здесь. Открытую дверь недавно. Стреляли не там, значит, можем сейчас нарваться на вторую. Да пофигу. Вот тут убили кого-то. Х6 тут лежит. Где ты говорил, броня? Да, наверху, на втором этаже. О, нихуя. Тут уже все полутано. Ну, мы либо идем, либо стоим. Мы так долго лутаемся, что я даже не знаю, что ведь сказать вам. Лиза, ты забрала броню или нет? Синюю, да, взяла. Пишешь? Говорю, что заберу и... Ну, на немецкий просто не стояла, и я думала, вы не про то говорите. Не, она вообще не разговаривает. Просто... Ну, это любит молчать, не обращая внимания. Ну, пушка норм, что бы... Тише! На, здесь враг. Да, вижу. Бля, как жарко тут. Мне минус армор весь дали. О, я походу погиб. Да, я погиб. Сейчас минус армор. Это не очень вот здесь. Мне тоже минус. Да блядь, ствол, не знаю. Я не могу стрелять флотлайн. Их три. Прицела говнище полное. Ласт остался у нас. Идите там, поделитесь, умрите, go next. Странные места мы падаем, честно слово, блядь. Так, есть, ну, нормальные типа места, где есть пушки и все остальное. Только не перевели. Так там тоже есть пушки. Мы можем туда... Так а все зачем лететь? Зачем лететь туда, если ты туда не попадаешь, то все, пиздец тебе, ты лутаешь говно. Если можно лететь туда, где пиздец. Хватит всем. Могли все равно куда забежать. Бы ты там упал? Ты там забегаешь со всеми все равно, пока ты приземлишься. Они первее нас... Че, ну ты хочешь поспорить, что они быстрее нас бы куда сбежали? Ну... Они летели нахуй метров 100 от нас впереди. Мы могли попробовать вниз максимум дойвануть. Ну, то есть, ну, чуть позже, но там возможно.
Йо, если бы мы сделали, как ты говоришь, мы бы зашли, нас бы расстреляли они. Случай без прицела стрелять туда. Так, по-моему, это X2 был, не? Да, ну типа в упор с миротворц. Ready, ready, погнали. Приобщен тратить патронов на выстрел и наносит урона как винма. Стрель. Get ready. Today is not gonna be easy. The place between life and death is where I feel most alive. Бас? Я. Пикай. Да, она автоматически пикает. Что ты еще делаешь в это время? Я смотрю на все, что происходит. Таит. Тайкам, спасибо за подписку. Introducing your champion. It all ends the same way. With me observing. Будто не знаю, либо графа в игре поменялась, либо. Let's land here. Let's land here. Куда? Я поставил. Prepare for battle. Good job. Да, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Пока падает ледяной кетчик. Алтим. Дробовик, да, в другом здесь противник. Ноль пушек, пожалуйста. О, есть. Что это? Похуй, стреляет, ладно. Чел в золотом арморе, лол. Нокнул нахуй. Нормас. Чему сейчас по-новому работает, бля, шоли? Потом набегут к тебе. Я сейчас выдохну. Так, меня двое душат. И выдохну спину. Не уходи далеко. Один так заход. Один в ноке. Ага, и я. Он сразу умер. Да-да. Ну потому что одного и того же убили. Надо резить его. У меня там вроде жарко. Кто? Ног! Опа! Там еще двое лис. У меня тоже ног. Я тебе говорю, у тебя еще двое. Димас, идем, не? Я бегу. Здесь робот, я бегу. А он один. Он решит, он решит. Ну мы бежим. Без конца, без края. Бустуюсь. Не, он не один, наверху еще челы. Их там трое, слышишь, их там трое. Наверху еще челы. Так что давай, не сильно торопись. Ну, ладно. Есть, есть там, я видел. Я видел, что там внутри у меня сейчас тихо, тихо. И один в три там. Наверное, да. Ко мне бегут? Терпи, терпи. У меня двое. Я через верх зашел. Нихуя. Я хиляю с машины. Я понимаю, там задымили, я не вижу ничего. Я задымил себя. Зря. Я бы умер. Не, вот я бы тебя не пустил. Минус армор. Пожалуйста, рекена потянул. Я слева. А, да. Минус два у них уже. У них еще один. Хорош, один на ногах. Сзади у меня. Прибежал. Один патрон. Ага. Хорош. Я поду Лизу призову. Пишешь? Спасибо. Сколько там времени? А, что? Спасибо. Пожалуйста. Не бери хэви патронов, Дима, стрелять нечем. Каких? Хэви. Хэви, окей.
Без такого говна их убил, я хуею. Трикен хорошо зашел тоже. Да, очень хорошо. Но похуй, ты ее застанил, короче, ты ее застанил, я вышел в спину и просто разъебал его. Он, он очень медленно бежал за тебя. Интересно, он весь армор потерял или нет? Не знаю. Это я вроде понятно, что должна весь армор снимать. Ну, походу да, весь армор он снимает. Даже подниму с него. Ultimate accelerant here. Так, Кэви, просил. Спасибо. Что, там есть лут или вы все разобрали уже? Конечно есть, всегда есть лут. О, мне надо пылесос, я тогда хилки не буду тратить. Финиш? Пылесос. Кого? Пылесос, пылесос, Лиза. Кализа. А, сейчас. У меня в откате он 20 секунд после этого. Потом еще не что надо. О, я возьму эти мелкие хуйности. Лиза пускай берет немножко. Там хуйности мелкие лежат. Дима, патроны на дроботан есть? 30. Дай мне хотя бы немножко. Спасибо. Лиза, скатилась, кто-то убежала. Лиза. Пылесос, он же ждет пылесос. Легкие патроны. Да, я блин, я его вижу. Убежала от меня и поставила пылесос. На, подавись. Ты ебал. Мы дальше идем, не? Стреляю сейчас. Нет, ты просто говоришь, типа, пылесос. Я где была, я как бы и прожала инстинктивно. Блин, а здесь лутали туннель? Уверен? Меня не лутали, пойдем сюда. Ну, блин, а кто там лутал вообще? Кто-то убежал, может. Дроп справа падает. Может это они, Димас? Пошли настигнем. Я бегу, я дальше всех. Лиза. Пойдем. Иду. Внимание, кольцо сжимается. О, нифига, Феникс. Женщина спрашивает о возрасте, да господи. Такого. Я в этом ничего плохого не вижу. Поехали на канал. Слышь, там стреляют. Я вижу их, они прям вон стоят на метке. Так покажи. Ага, иду. И они едут на тросе, ебать, мы на тросе едем, к ним на тросе. Смотри, смотри, смотри. Подожди, надо этого, где это шело? Блять. А чё ты так себя чувствуешь? Да пак, тут трое. А. Я одного нокнул, вот ещё дохуя. Можешь поднять меня под домом? Я бегу. Не могу. Ещё одного нокнул. Закрыто, ебать. Я резают, не? Нет. Я бегу, бегу, бегу. Я успею. Я первее. Что, Димка, споткнулся, ебать? Какую? Да, я сейчас... Я им там объяснил, блядь, ебалом, о чем бурмал пацана. У нас на районе. Я в ебалом пацана зашел. Ну, хоть с Рафланом? Нет. Похоже на то. Без Рафлана получилось. Поэтому очень больно. Слабовато вышло. Это ваш дроп пришел за шум? Это корабль. Это корабль. Тут дропшип. Здесь череполом. Просто ты разобрался. Или это вы броник? Они мягенькие были. Я походу все впитал в себе. Я возьму. Я столько. А что лучше, Ева или миротворец? Я Еву больше люблю. Я миротворец. Дима выдумывает на самом деле, типа. Ну типа миротворец два шотит, если выстрелишь правильно, ты с двух стрелов убьешь. А Ева за эти две секунды тоже убьет тебя нахуй. Так с миротворцем. И плюс у тебя есть много права на ошибку. А эти, да, видимо. Тут типа Шрауд говорит, хуйня твой миротворец, а Ева лучше, поэтому тут чё, как бы, Шрауд, со Шраудом спорить. Опа, у меня игра вылетела. О, не, мы потеряли Лизу. Сейчас она станет ящиком. А переконнектиться нельзя? Нельзя. Нет, конечно. Сейчас Лиза станет ящиком, смотри, Максим. А у нее, наверное, патроны для дробовика даже есть, кстати. Да, есть. Димас, а у тебя сколько патронов для дробовика? Блин, как же это заново. Да? У Лизы есть немножко. 8 взял. Ну ладно, у меня есть. На, у меня 40. Ну, у меня хватит, у меня 8-25. Пойдем, Димас. Стрел.
Ебать, скиду, пацана. Распространяется. Это я стрелял. Пацан, посмотри, посмотри на оружие. Я юзанул Феникса, полностью похилился, а щит у меня слетел. Что на пушку моя? Посмотри, как выглядит. Говно. Бля, как лазер. Вот ты, а, у тебя анимация? У меня просто нет. Ты обычный пистолет? Нет, в руках пистолет. Я поэтому и сказал, что говно. Типа, это там скин? Есть анимация? Да, просто типа обычный металлический какой-то. Так это необычный, это скин ведомый. Но он не переодевается, если что. Так он, блядь, выглядит, не знаю, как сволочь. Как сволочь выглядит. Как сволочь. Как пойдем тушить кого-нибудь. Как посмотреть на скин? Вон, пацан стоит. Понял. Как посмотреть на скин, блин? Там команда я какая-то была. Прям как КС-ки. На Т? Не знаю. Н? Не знаю. О, какая пойду разница? Гляну книгу, что книга стала ящиком. На Н, да. Отличный, отличный скин. Где люди? 8 отрядов осталось? Где? Да, легендарный пиздатый скин. Вижу, вон чел. Дима, двое снизу. Я бегу. Я раздуваюсь. Это почти многие. Левый за домом. На окна за домом. А, хорошо. Одного ног, у меня еще один чувак давит. Меня задушил. Один на один ты. Он вот. За домом ходит. Резать будет сейчас. Не, убежал. Вот твой миротворец. Димас, помоги. О, Димас, перестал. Блядь, я застрял. Я застрял, чувак. И либо на тебя упал, либо, блядь, я просто не мог развернуться. Из-за этого я у меня... Погнали. Пиздец. Да не. Ну, типа, я один раз стрелял у него, он развернулся и зажал. Надо было еще раз. Я с миротворца, а с этого. Миротворца. Охуярил бы его слева, отделался бы легким испугом. Не, нихуя. Да не, на, ну, блять, я убежал, правда, на одном хп, хуй знает, стоило мне еще стрелять. С этим пулеметом надо драться, типа, с укрытием. Вот и все. Ну, типа, хорошо пошел с краю, пацана. Прям мясо. Это все потому, что я ящик. If you can't keep up, you're straight out of luck. Introducing your champion. Have you prepared for your end? I have. Там собака какая-то гавкает. Кого парни прям снизу сразу? This might be a good place to land. I say we land here. Ладно, мне. Я 6 раз нажал. Ничего не получилось. Ах, я млок нашел. Пау. Ну, естественно, ты с армором, а я без. Я иду к тебе. Да забей, он меня сейчас, наверное, сотрет. Я иду к тебе. Не, я просто лучше его забей. Пау. Я уже иду сюда. Не находили новый ствол? А, блять, у меня врун в руках. А как он у меня в руках оказался? Ебать. О, у меня противник здесь. Иду. Чё он стреляет с задержкой, блять? Я застрелил ствол. Наверху, по-моему, чел. Это дерьмо какое-то. 90 ему въебало.
Он сзади, чел, вон там, Димас. Он за этим грузовичком. Понял. Я быстро щиты за регеню помогу. Я тоже за регеню. Ты видишь экранизм, что это? Он походу улетит теперь. Вижу следы. С одиночными? Иду, вот он. Вот он. Дальше пошел. Задержка охуенно. Внутри, он внутри. В углу здесь. Вот здесь. Закрыто. Второй армор в пацане лежит, если надо резко. З, короче. Заряжать можно? Это я понял, что заряжать? Блять, у меня здесь склад. Пойдем поможем. Левку поставишь, не? Там же дей, там же дей были. У них это, у них золотой. Золотой прицел. И четыре. Я отошел. А какие четыре? Я выиграл, тоже там зашел. Не существует. Я зашел внутрь. Один уже наверху. На пилочку завязать. Прыгнули в дымы. Я один. Нокнул? Я нокнул тоже. Вот он без армора. Вот этот без армора. Вот без армора бегает. Ау, Димас, Лизу, наверное. Блин, Лиза, это далеко. Нормально, успеем. Я ж не больно рукам стал. It wasn't my time. Taking a moment to heal. Упастер людей. Типа, я не знаю, это хаос дерьмище. Просто, блядь, вывод. Может, конечно, там обвес какой-то тот крутой. Но пока что гав. Собака говорит. Гав. Это правда. Хотите новый ствол поносить дать? Дам. Да не, я... Ну давай. Я его выбросил. В этом трупе. Только сначала попробуй стрельнуть с него, чтобы понять, что как он стреляет. Потому что я охуел во время того, как... Ну. Ага. Затвор для дробовика нужен, нет, скинула синий. И вот как-то. Есть броня, дать? Ну, выглядит интересно. Да. Нужно просто патронов к нему хуй напасешься так-то уж. Стрелять. Да, и стреляют он очень-то. Энергопатроны, я их не часто вижу. Просьба, бля. Дайте, пожалуйста, мне дроби немножко. И посос, если на, держи. Высот, посос нормально. Я положил тебе, Дима. А есть броня здесь какая-нибудь? Не там, надо. Дима. Не, а я сам залутал. Пошли, наверное, пешочком. Постой, а, у меня есть, сейчас забей. А что стоять-то? А, дроп? Зарядником имба, говорят. Зарядник, типа... Сейчас переключатель. Даже переключатель дает. Найдете речарджер, маячьте, плиз. Ебать, я синюю броню скину. Я зря регенил. Да, идем, я, да, вроде бы. Я ее отрегенил и скинул. Мы идем? Пойдем. Спасибо, Дима. Пожалуйста, обращайся. Приключатель из него делает подобие снайпы. А? Это как? Я легкий скинул. Не, я говорю, легкий скинул. Я челику, который написал. Вылечим тяжелый фиолет. У меня есть. Тяжелый фиолетовый. Вот это я возьму, пойду. Лиза, ты взяла, да, тяжелый? Взяли, что в смысле, типа, в чем разница будет между тем, что сейчас? Вот такой есть, вот такой. Я уже взял фиолет. Ну так, как снайп, они. Их у меня очень много. Энергопатроны, если будут, говорите. Могу дать 15. А у тебя не лишний? Да, лишний 15. Бросаем. А сколько урона дает черепалом? Никто в чате не шарит. Снайпер. Наш дроп через 2%. Ну мы в зону зайдем сначала. Сейчас я не пройду. Пойдем дальше. Точно? Просто да, могу да. Кинуть и уже начать подзаряжать его снова. Не-не. У нас такое все есть, чего нам не хватает? Золотого прицела. Кстати, у них не было золотого прицела. У меня есть. А, у них был, да? Да. На трупе забрал? Не помню. Фиолетовый хотя бы.
Не, ну ты это говорил, когда мы дрались с ними, что у них золотой прицел, они стреляют дымы. Ну да, значит я забрал. Тут можно вызвать, все уж, хотите. Окей, вызываю. Давай, тут все открыто. А мы вот тут вот вызовем. Вон там, дымы рвутся. Пойдем? Сейчас. Дождемся. По ссылочке. Как отменить дым? Разве о, золотой прицел, девочка. О, спасибо. Там броня для а? Я теперь... Синяя броня не нужна. Все, я теперь фул залутан. Идем? Да. Перед нами еще дроп падает. Смотри, далековато. Я сейчас тут похолдирую. Угу. Можешь как-то спрыгнуть, уйти? Ты так далеко? Спрыгнула. Зачем там было оставаться так далеко? Я со снайперкой за вами смотрела. Можно делать на бегу и без напряжения. Щиты зарегей. Спрыгнули. Спрыгнул. Я пошел, короче, раздуваться. Не, я к вам уже ушла. Ну да, но их закрывать надо. А, в смысле, вот мы с ними и подерем сейчас. Они спрыгнули уже? Вроде да, я не знаю. Я веду, о, наверху чел стоит, видимо. Боже, говно, не ствол. Я тебе говорю, просто пиздец. Лохнул армор. Я к нему поднялся вообще. А! Это очень плохо, мы сейчас можем пососать. Ну я и сняла всю броню, я 90. Минус, блядь, чувак, поднялся, чуваку 72 наебало, да. Да, меня ебать через дыму. И еще минус армор. Эх, да все, ты ласт. Там вот явно. У тебя справа, слева. Дима, лев. По-моему, осталось. Нет, так там было еще. Я не сейчас резаться, и будет трое. Так можно Дима пока мог резнуть тебя? Нет, Дима... Нет, Дима бы убили, если бы он резал меня, Лиза. Вот там она. Да, тише. Дима, думаю, сам разберется, что делать. Крест нам избегают. Там двое теперь. Если ты собираешься мерять, ты знаешь, у меня нет больше хилок, нас убьют сразу, скорее всего. Или ты можешь нас просто подобрать и убежать. Heads up, dropping the pain. Pick up our squadmate's banner. Got our squadmate's banner. Куда так далеко? На хилках сами. Вот сразу ульту кинуть. Я думаю, мы успеем сейчас пробежать сюда, не? А, что типа ульту, когда они внизу были, типа одна рейф, там резала? Ну, когда у меня хп было мало, я бежал хилиться, надо было откинуть просто куда-то, да? Я думаю, ну хуй знает, может мне, конечно, прилетела бы пулюха, у меня на один хит было. Набрось пушку какую-нибудь. Сейчас пойдем, вернемся и убьем их. Хорошая мысль. И отберем наш лут назад. Надо на шарик, наверное, чтобы быстрее. Плюс зачем? Ствол просто. Да. Наверное, где-то здесь будет. Кто за ствол? Где ствол? Дробовик. Ага, взял. Ништяк, готов. Ты же стреляют? Пошли. Да. По вам? По кому-то из нас? По мне, не здесь. По тебе? Трея без армора, так иду. Вижу. Один прямо по тобой, Дима, вот сзади один. Прям вот, я показываю. Бежит он один. Гранаты закидывает. С той стороны, с той стороны. Пришел челобас, я броню снял. Залез тебя, он тебе залез.
Я как раз да, ладно. И я. Минус 112, ебать. Ты не хочешь умереть, сука? Я думал, что... Блядь, я ему full armor снял, у меня нет ресурсов. О, Димон, где-то в инвизе. Инвизе. Ну, уничтожен. Дай его. О, сразу все, блядь. Ты за здесь строй. Body shield here. Level 2. Я феникса и взял. А, нет, хилку взял, ну и все. Держись. Надо отойти, вообще неудобно войти. Я хочу назад идти. Просто можем уйти отсюда, да. Пожалуйста? Они стоят наверху, у них только ебальники видны. Может, все как на ладошке. Пойдем вот тут поднимемся хотя бы. Ну сейчас мы тут поднимемся. Хотя бы на их уровень. Дробовик мой не выкинул? Нет, дать. Ну, у меня веса бы. Если ты если не пользуешься. Нет, если пользуюсь. Окей, пользуйся. Ну, а сейчас мы кого-нибудь убьем, я отдам. Забей, пользуйся. Подумал, ты просто если нас не нас вот, любишь. Тут ждут. Он чел бежит. Пойду под него играю. Да, ладно, хоть. Хорошо. Мне здесь можно подняться к нему. Я уже под них играю. Ой, блин. Не надо к нему подниматься так. Под меня, по-моему, идет. Наверху, наверху. А? Под стенкой бегаешь, Лав, ты прям к нему идешь. Я знаю. И слева еще, твой. Так, третий левел армор одно дам. Регеню щиты, гала текущая борьба. Я со спины пойду заходить. Без ног, пожалуйста. Так, он без брони. Окей, не спеши. Второй тоже без брони, оба без брони. Не спеши. Надо минус идти, они хиляются. Я иду со стелы, нормально, со спины. Со стелы. Стелы? Со стелы, да. О, Димас, один троих толкаешь. Ужасы нашего тракта. На двоих. Просто пробежал, еще один где-то есть. А, все, они умерли? Да, красава. Да, что, третьих, пацаны, если надо. Возьмите, пожалуйста, прицел. Миротворца твоего выложил, слышь? Выложил я твоего миротворца. Я ничего... А точно чок надо. У них не было прицелов на снопов? Не обратил внимания. А тут же еще куча трупов было реально. Ничего такого? Не знаю, что не лутал их вообще. Да ничего такого. 45 секунд. Ring ain't far. А, так осталось. Мы еще один отряд. Пошли, подеремся и все. Да, что? Иди сюда. Ну зачем? Это ускоритель надо? Я заряженный, у меня их 4 штуки. А, окей. У нас одна драка осталась, один склад остался. Я здесь. Помню, один раз я поднялся наверх, и здесь для роботов хуйня. Я по рофлу хочу на нее посмотреть с нее. А там стоит Бангалор, но мой перс прям в упор. И смотрит на нее, типа, пытается, наверное, что-то с ней сделать. Ты видишь их там, или что это? Право. Ты видела, кто-то куда-то стрелял? Я не стреляла, это была не я. О. А, это по мне. Ебать, я с корабля прям. Это все с круг пульмет. А, прям в упор, Максим, тебе. Да, я сейчас его ёбну. Молодой человек, а вы, блядь, что здесь делаете? Ваше место. Так, там, где вам корабле его снимаете. Окей. О, Лизу убили. Со снайперки. Так, а, снайперка. О, это, блядь, крабер. Это сверху. Это сверху. Да, я знаю. Один спустился вниз. Я иду к нему. Бля, я не вижу смысла там пока. Там пытаться отвлекаться. Ой, блядь, блядь, хорошо там. Димас, тебе прыгай, чел. Понял. А, я вынес его зону. До свидания. Каждый по одному взял, да? Mm-hmm.
Я его, короче, настрелил так, что у него осталось хп, что зона на блять. Пиздануло. Жестко как получилось, а? Ну, по последнему очень плохо залетало. Смотра. Ради. Сейчас подойду. Ну теплый не хочу, спасибо. Лучше из холодильника. Он теплый, я оставил здесь. Холодильник принеси, пожалуйста. Trust your senses, and victory will follow. Tap, rack and clear. I'm ready. Get ready. Today is not gonna be easy. Алло? Anybody home? Nobody home. I'm the jump master. Ready up. Адам? Давай, Дим, как обычный, блядь. Рядом. Блядь, зачем? Ладно, летим. Секунду, просто не заклавай. А где Лиза? Вот так вот и живем, блин. Простите. Окей. Кстати, вот помнишь тех челиков, Максим, которые последние нокнули? Когда сверху еще, ну, еще Лизу не нокнули, получается. И сверху стрелял челик. Ты помнишь? Не, сори. Короче, я к челику поднимался наверх, чтобы флангануть. И вот уже поднялся, и он, сука, в этот момент спрыгивает вниз. Это знаешь, что я понял? Тайминг. Я зажимаю, блядь, кнопку высадиться в одиночку. Высадиться в одиночку. Ctrl зажимаю. В этот момент ты мне передаешь, и у меня Ctrl срабатывает, как передать дальше. Я типа ушла, свято веришь, что я успею, потому что не я выпускающий вроде как. Вот когда два ФКшера, блядь, горе в семье, нахуй, типа. Одновременно. И я сижу такой, типа, и знаешь, как жаба, которая... Руль не отдам. Держится. Руль не отдам. Я сейчас я подойду. Да, да. Как радуга. Оу, май. Знаете, кто я? Мозам. В итоге высадились какую-то пиздюшатину. Да, вообще пиздец, блин. Нихуя вообще нету. Есть? Я даже... О, нет, здесь противники есть. Противники противниками, я пустой. Пушки нет. Здесь лутодались. Это как лутались только. Смешной вариант. Будь здорово. Об этом месте никто не знает, чат. Не всегда можно что-нибудь подлутать. Я вот наш, я обыскал все, что здесь у меня было, и нашел Мозамбик. Жестко. Да. У меня Мозамбик. Больше нихуя. Хочу умереть и начать новую. Пошли наверх, у меня умрем. Здесь 100% есть. Могу дать супер. We're Тима, что ты там ставишь? Что это такое? Я смотрю на попку. Преданность. Нет, не интересует? Да, ставь себе. У меня лишнее. Поехали. Жду. О, вот тут вот здесь. Противник. Там Дима вроде бегает. Я пробегал мимо, там противник лутал. Пошли, балл набьем. Про планы хотя бы? План.
Пацаны миротворцы не забирают, нормальные. Ты думай. Я им так сказал. Круто. Подходи ко мне. Можем на ебальник прям высадиться. Я бегу. А, ты с этой? Шарика. А ты видишь там кого-то или ты просто решил? Ну, а где еще они могут быть? Я не знаю. Просто лутаем. Видишь кого-то, не? Слышишь, может? Не, закрыто все, походу. Вот не залутан, да? Быстренько лутанем. Здесь очень много лута просто. Ну давай. Пешком бы лучше пошел. Ну, блять, кто знал, что здесь никого? Разведу. Кто знал, я знал. Ты там играешь, радаром? Да. Все проще. Все миротворец. Здесь рекламируют преданность свою. Devotion? Anybody wants devotion? Devotion? Devotion here. Devotion, кстати, хороший, да. Можно опа, прям до ДК сета качаться. Жестко, я испугался. Ух, блять. Винтовка хаос, кому нужна? Золотая. Бля, я бы такую взял. Я возьму. Ну, я тогда возьму. Лиза, бля. Ну, кто возьмет? Кому нужна? Я тогда возьму. Я туда возьму. Смотри, какая есть. В этот пулемет. ПП. Угу. Смотри, какая. Найс. Не, мне просто понравилось, когда взял, Максим говорит, не буду. Смотри, смотри, такая, тогда вот я возьму. Еще патроны. Как будто нет, ничего не сказал. Ладно, мы идем дальше. Бля, мне скучно. Это тактика. Пошли. Кольцо, очко сжимается, кольцо сужается, давайте. Так скучно. Тоскливо, тоскливо, скучно и совершенно. Типа, если здесь лутали и не шли к нам, значит он куда-то сюда шел. Странно, что он не пошел именно на эту базу. А может он пошел вот сюда, где рез? Не отставай, пожалуйста. Я быстро. Ну быстро тогда ладно, тогда можно и отстать. Быстро отстать. О! Хорошо. Газанюк. Ловушка. А, газанюк. Кто-то здесь, блядь, его ловушка, сука. Ой, блядь, Ева, сюда. Что, пошли наебашим? Да. Это Дима стреляет, Дима, не пугайся. Он просто разговаривать не умеет. Я стреляю, чтобы призвать противников на нас. Так они сейчас отсюда вот прилетят. Через 10% дробь, ребят. Залутаешь его. Опа, есть мужик. Это газанюх. И да, тут были следы, Димас, тут следы. Я они видел его наверху, свежие? Он прямо на крыше был. Я видел его, блядь, силуэт. А-а-ай. У меня на крыше он. Амбой. Этот почти забит, нокнутый. Вот который стрелял в ноке. Второй тоже нокнутый. Один на ногах. Ты что, сзади, Димас? Едет. Вот и газанюх. Можно его сбить? Ну ладно. Нет. Пиздец. Ну два! Идем. А, блять! Меня положили. Это плохо очень. Меня в спину типа разъебали. Я спрыгну вниз постараюсь. Меня мираж. И все. Да, меня слева и справа. Сторона. Вот мы и рип. Ты разъебешь троих? Подрю Бугатти. Лиза, давай. Ебать, а у неё же золотая... А, ладно. Почти вышло. А вот такая. Она типа сильная, но она заряжается. Я не стреляла по ним, когда они к вам лезли, потому что я типа нажимаю, выстрела не происходит. Это когда первую игру играли, я об этом говорил. А? Ты меня не слушаешь? Я в самом начале рассказывал о нем. Да, я не слушала. А может тут мне люди должны. Ну вот, и точка.
Adventure hour is over. Time for the big leagues. Я думаю пробовать что-то другое, кстати. The ring isn't really complex, but it can be a little complicated. Мираж ставил. Ты типа нажимаешь на скилл, становишься инвизи, а перед, ну, а ты типа бежишь вперед. Забавно. А спецумение во все стороны типа разбегает чел, разбегает. Ну типа иллюзии духе ставишь. А сам инвиз уходишь вроде бы. Если честно, меня уже просто одно и то же немножко достало, типа хочется что-то новенькое попробовать. А на обычную клюшку тоже вниз уходишь, да? Ну, вроде же, да. Ну, я же сказал, как работает. Я же сказал, первый это... А вот сюда прям. Оп. А почему мы летим вниз? Вниз, сюда поставил, не знаю. А зачем мы падаем сюда на реле? Ну ладно, потому летим. Потому что тут есть жук, сюда падают еще две команды. Блять, я этот стол нашел, ну твою мать. Я не правильно нашел. Сейчас умру, значит умру. Так ты мудро сказал вообще. Да. 300 тысяч прицелов нашел. О, уже кто-то стреляет. Я здесь ведомый лишний. Я нашел себе миротворца. Тут чел бегает, тоже бегу фига. Вам едет тип. Дима, ему там минус 100. Тут банговор. Да, меня казнит, потому что можно убить. Прикалываешься с этим говнаком? Он это, он умер лист. Окей, спасибо. Лиза, на мне прям, ну помоги тебе. Лиза мертва, здесь только я. А, Максим тогда помоги. А, я думал тебя нахуй. Здесь только я. Тогда Максим помоги. Я помог. Спасибо. Пожалуйста. Так, еще один склад, да? Я не знаю, я Лизу пошел спасать. Ну, резать. Не, я вроде не невидимый. Или я невидимый, когда нажимаю Q. По-моему, я просто отправил чувака. Не находишь? Я не знаю. Я на нем один раз играл. Ну, я знаю примерно, как работает. Может быть, ты... Пожалуйста. Давай передо мной сейчас заеду, знаешь, скажу, как говорю. Перданул? Не надо, Дим, не перди, пожалуйста. Давай передо мной. Передо мной заверзаешь скилл. Нет, Дима, остановись. Передо мной заверзаешь скилл. Никто не пострадает. Хаос я выкину, пожалуй. Хочешь длинный лук, Димас? Я вот с него убил я чувака. Хочу. Не, не хочу. Я хочу длинный лук. Хочу миротворец. Я дам тебе. Вот тут лежит, в коробке будет тебя ждать. А, здесь вот. Ага. Вот он. Да, и там еще и патронов я насыпал к нему сразу немножко. Коробки типа в синий? Какой-то из. Вот. И сразу к нему еще X2, если хочешь там какой-нибудь. Я постреляю. Спасибо. Постреляй, Димас. Ну шо, пойдем? Так что, Димас, будешь смотреть, как я отправляю иллюзии? Да, давай иди сюда. Иду. На этот, на хаос и на ячейку. Проверяем, Димас. Что? Есть увеличенный легкий? Смотри, ебать. Отправляю пацана. Ага, видный. Видный, да? Ага. Ну, видимый, а ты видный. Значит. Да, ну это нормально. Это, да. Это все еще типа в кипише, знаешь, там запустить его, блять, и кто-то возьмет таргет в него, типа. Он хоть сразу его переведет, но типа время выиграет. Мне надо на легкое все. А вот Зет он становится вроде как невидимым и отправляет во все стороны пацанов своих. Вот это наружу нормальный кипиш можно устроить. Надо? Ой, ебать, Димас, смотри, что нашел. А ладно, не парься. Мега-робота нашел. Знаешь, что такое мега-робот? Да, ты его убил, наверное, еще. Да. Ты его в циве строил. Так, я скинул. R301? Да. Слушай, я поиграл с него, отдача никакущая, но что-то дэмэджа не хватает все-таки ему, да? Да не, если зажимаешь, если все попадешь, убивает. Очень сильный.
Ну хуй знает, я люблю потяжелее, чтоб стреляло. Бля, где я её подобрал? Так, патроны нужны? Нет кому? Не. У меня там был тяжелых чё... могу дать, если чё. Бля, где 301 подобрал? Быстро, чат, вспомните, чат. X4, X8 надо без? Вот. О, иду. А где? Не поменьше? У меня, в руке. Когда стреляют по приманке, у всех появляется метка на том, кто стрелял по ней. Ау, нихуя себе. Тут лутали. Жёстко, лап, ты слышал? Что? Нашёл. Туманка, она как это, приманка в битве за респект. Я слышал. Она открывает всех, кто по ней стрелял. Лиза, ты слышишь, что я сказал? Я передаю Максу твои слова. Она думает, что я не слышу, а я слышу. Поэтому мне это вдвойне нравится. Один сказал, потом вторая сказала. Класс, кто следующий? Сейчас же чатик напишет. Ребята, в чате, как работает приманка? Короче, Максим, я слышал, что на тех, кто стреляет, надо легенду гласить. Я, конечно, не уверен, это, конечно, говорят. Ну, конечно, не вы. Инфа без, конечно, 100% пруфов, но, возможно, пруфы будут. Сегодня. Что будет метка на том, кто стреляет. Пап, ты так далеко убежал, ты прицел отдашь, нет? Так а вы вообще, вы там ходите на месте, это мне так нравится. Дроп даю. Я же должен вас как-то лутанный дом. Куда надо. Нет, да, лутанный. Тобой или это... противником? Я следов не вижу, я не знаю, где кто. Не, да и дроп. На, положил прицел тебе. Блять, на S нажимаю ошибка. Так, у меня здесь выкидывали дробь, значит здесь кто-то был. Феникс, взял одного феникса себе. Еще один дроп, голубой, смотри. О, прямо тут, найс. Подо мной противник. Димас, идем. Терпи, Димас, бля, к нам тут дроп упал. А полутайте, не волнуйся. Не, он уже там явно не один. Чего лишь трое? Так это падение на дроп выйдут. Come on in. All painless is waiting. Димас, твоя одна? Моя. Прям на них. Я прочувствую дроп. Ну ладно. Reloading. Золотой прицел. Можешь забрать? Да, забрала. Димас, F-ку. Репозиционинг. Здесь хиляется. Блять, сзади. Да другой, у меня здесь хиляется и один там еще. Да блять, их тут пиздец, короче. Так, я одного нокнул. Так я одного, прям на мне противник был. Я нокнул. А верхнего подняли, что ли, я не хз. Это другой склад. Там пизда, там просто пизда. Я пришел, какой-то ад нахуй творится, блять. Блять, ну здесь еще целый склад. Ааа, блять, здесь другой склад пришел, Максим. Видел вроде. Не справа сейчас, но прямо справа. Забей. Прям на тебе. О, я вижу чувака, которого хочу ёбнуть. Очень. Ой, Лиза, флексишь. Прийти баннер. Не надо. А. Подойти я забрать можно пробовать. Лиза, можешь себя разобрать быстро. Так оста... Нет, не надо себе. Уходи, Лиза, уходи, не стреляйся. Не надо целиться было тогда. Я понимаю. Я хочу, чтобы они пришли ломать меня. По-другому мне не выиграть.
У них будет золотой прицел, который я взяла, и золотая винтовка. А ебать вас, бро! А щитов, кстати, нету. Да. А, их еще другие начали ебать. Возьми первый. Возьми. Ага. Я взял. Ебать, он пиздит постоянно. А у меня он молчит, заебись. А, это я там стою. Я сам на себя чуть было не среагировал. Попробуй, кстати, на рейв поиграть. А я играл. Че? Ну, то есть как? Такое. Долг-то взяли из меня? Да, походу взяли. А, нет. Надо было все равно бедит, кстати. Не бей, блядь, пожалуйста, я не могу выйти из этого режима. Да, не можешь. Он меня, блядь, видит нахуй, я не могу выйти. А ты не можешь типа атаковать, когда ты его видишь? Да, он меня видит, он, блядь, раздутый ходит, нахуй видит меня, а я не могу ему ничего сделать. Жду, пока выйду. А он, по идее, тоже не может тебе ничего сделать? А он раздутый, он видит меня, ебать. Вот, уф. О, ну это тупо хитбокс большой пришел. Говорит, стреляй. Не промажешь, не промажешь. Сука, ходячий хитбокс, это просто пиздец. Не нокнул его, решил, не это. Так они умерли. Ну а теперь лута, типа. Сколько спасибо. Тут трупов? Пол карты, да? Пол карты, 3 отряда осталось, 2 получается еще, помимо вас. На рейд 36 кто поставил? Ты? Опа, а? Еще и дроп. Что на рейд? Это, говорят, рекорд поставил, по киллам 36 на рейд. Поставили. Нет, ты шо, гонишь, ебать. Что гоня? 36 киллов? Сзади! Да, я слышу, я вижу. Ну, что я могу поделать? Я могу пойти спуститься в дом. Отправлю. Как можно столько людей встретить в этой игре? Так вот. А двери не закрываются. Ну и ладно. Затвор заберем. Патроны для дробовика нужны очень. Лизу уронили, сволочь. Я не могу проползти под домом. Я не могу проползти там. А в чем прикол рейв, типа? Она ж вроде хуёво типа бегает, она медленно бегает, видно, куда бежит. А в чем я против? Пать, Максим душит. Самый, блин, полезный член отряда. Там нокнутый, да, в углу сидит? Да я двоих тут, да. Бежит сверху! Упал вниз, к нокнутому. Чьи патроны, я все бросаю, да. Ты что крашишь-то? Лизу теперь поднять. Один на один с отрядом мы остались. Спасибо. Пожалуйста. Тупо клюшкой тащит. Так хуйня клюшка. Она бежит медленно в ней. Только с ультой быстро, да? Типа с клюшкой она так себе бежит и... Объясните.
Чем это? Чем эта клюшка профитная? Ее же видно. Типа синяя хуйня прям такая. Шлейф. Значит, давай. А люди кончаются в игре или нет, Димаш? Ты не знаешь? Они бесконечны здесь? Группы? Люди. Это надоело как? Просто. Они закончатся даже, правильно я понимаю? Они же не бесконечны, не спавнятся. Ну сейчас заспавнится последняя. Ладно, последняя. Не надо, у меня все есть, спасибо. У меня все есть, у меня прям буквально все есть, мне ничего не надо. Так это все рейд босс остался. Димаш говорит, еще одни спавнятся. Пойдем, Лиза, развалим. Сейчас я только щиты зарегеню. Пошли. Сейчас, щиты. А, сейчас. Ну, ты бы не хотел похилиться? Кстати, да. А у тебя хилок нет, что ли? Есть, но зачем тратить? А зачем экономить? Один отряд остался. На следующую катку. На следующую катку засейвить. Зона уже сейчас пойдет. Ладно, пойдем. Я испугался, бежу за твоей приманкой. У меня прицела нет на снопу. Лон не проходит в кью. Хорошо. Так круто. Покюшка заканчивается, и тебе пиздец. Че, в дом? Зачем? Пойдем ищи, найдем их. У меня нету прицела на снайперку. И вообще нету. А, вот оно как. Жестко. Он был один. Вот рейд босс. Ты победил. Это был маленький рейд босс. Он еще не вырос. Он наконец-то натренируется и будет большим рейд боссом. Самый бесполезный член отряда. Расслабься, Лиза, все в порядке. Берешь патроны на себя, это уже хорошо.